Шни Екатерина Фролова. Вести. Это «Большие вести» со зрителями Москвы и Московской области. Увидимся через несколько секунд. Добрый вечер. Итоги дня подведут «Калининградские вести». Смотрите в этом выпуске. Срочно требуется мэр. В Калининграде прошел этап конкурса на должность сити-менеджера. Теперь берег Синявинского карьера усыпан кратерами. Черные копатели янтаря угрожают природе. Нелегальные старатели своим оборудованием размывают берега водоемов. Но главное место в, казалось бы, обычной московской квартире занимает стол. Магические любовные ритуалы за столом и много юмора. Премьера новой комедии Михаила Салиса на сцене калининградской драмы. В областном центре прошел этап конкурса на должность сити-менеджера. По итогам собеседования осталось три кандидата. Из них и выбрали.